Добро пожаловать на Аллею Звезд, Техас. Все с нетерпением ждут соревнований, и каждый хочет выиграть денежный приз. Хочу получить $1000. Выигрывать всегда приятно, хочется получать призы еще и еще. Прическа и макияж при этом настоящая необходимость. Не могла поверить, что родители творят такое со своими детьми. Когда я вижу эти прелестные создания, хочется превратить своих мальчиков в девочек. Вставай сюда. Вот такие у меня мальчики. Если так подумать, вся наша жизнь — сплошная презентация себя. Терлин, сюда. Нет. Коронованные детки. Техасе часто проводят подобные конкурсы. Техасская аллея славы давно вошла в историю. Самым серьезным титулом считается титул «Лучший из лучших». Получивший титул выигрывает $1000 наличными. В конкурсе принимает участие 40 претендентов, среди них мальчики и девочки, и все они мечтают завоевать этот титул. В шоу с мейкапом предполагается, что всем детям делают шикарные прически и макияж. Помимо этого, детям даже вставляют искусственные зубы. Такого не увидеть в конкурсе, где дети абсолютно естественны. Хамбл, Техас. Неделя до конкурса. Тебе было всего 2 года, когда ты получила свой первый приз. Меня зовут Дженнифер Свит, а это моя дочь Фейт. Ей уже 5 лет, но в конкурсах она участвует 6 месяцев. Это для волос, так как волосы у тебя совсем жидкие. Так что скоро у тебя будут длинные красивые волосы. Мне нравится принимать участие в конкурсах красоты, я уже к ним привыкла. Возьми расческу и расчеши, пожалуйста, ладно? Когда мы впервые приняли участие в таком конкурсе, Фейт была еще совсем малышкой. Увидев детей на конкурсе, я помню, что подумала, неужели родители делают подобное со своими детьми? Я не могла в это поверить, я для себя решила, что такого я делать ни за что не буду. Вот, посмотрите, отлично. Кроули, Техас. Готова? Нет, подожди, хватит, успокойся. Я Трейси Эшбергер, а это моя 4-летняя дочь Терлин. Она новичок в таких конкурсах, но она заслуживает победы. Мы начали участвовать в подобных конкурсах всего 6 месяцев назад и прошли уже 30 конкурсов. И если не брать в расчет пару соревнований, она всегда получала первый приз. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сама не принимала участие в конкурсах красоты, но лет 15 назад я занималась танцами и могу сказать, что навык презентации не потеряется никогда. Пауза. Стоп. И если так подумать, то в жизни есть презентация себя. Если ты умеешь это делать, тебя ждет успех во всех делах. Запомни, делаешь это движение, потом поворот. Мне нравится делать что-то с мамой, с ней здорово проводишь время. Я очень ее люблю, она самая лучшая. Анна, Техас. Нас ожидается конкурс. Готов, Мэврик? Ты знаешь, что делать? Тебе надо нажать на эту кнопочку. Я Хитер Хьюкс, а это мои сыновья Хайден и Мэврик. Готовы? Твоя часть, иди вперед, давай, Мэврик. Давай. По-моему, участвуя в таких конкурсах, мы начали около 6 месяцев назад. Все думали, я сошла с ума. Хорошая работа, ребята! Но меня поддержал мой муж, и наши дети стали участвовать и выигрывать все конкурсы. Когда я вижу этих маленьких принцесс, мне хочется, чтобы мои мальчики были такими же. Мне нравится делать им прически, ходить с ними по магазинам, покупая одежду. Увы, мои мальчишки не станут девочками. Так что? А мне тоже участвовать вместе с тобой? Да. Да.
Ты, мамочка, я. Когда Трейси впервые упомянула при мне об участии в конкурсе, я не был уверен в правильности этого решения. Но она достигла прекрасных результатов за это время. У тебя хороший настрой на эти выходные, Тарлин? Да? Будешь улыбаться? Да? Будешь красоткой, да? Это здорово, красавица, умница. Прекрасный опыт. Она станет увереннее в себе? Да, опять. Уже вижу результаты. Тарлин очень выросла как личность за последнее время. А теперь пойдем вниз и посмотрим, что подходит, а что нет. Я раньше не понимала до участия в этом конкурсе, что все, что одевают на себя дети, так дорого стоит. Одежда обходится от 1000 до 3500 долларов. Хорошо, примей это, повернись. Как ты решила посчитать все, что я потратила за участие в конкурсе, я была в шоке. И если бы об этом узнал мой муж, он был бы в шоке. Сейчас у нас будет генеральная репетиция, как на конкурсе. На каком конкурсе? На конкурсе, который будет на этой неделе. На этой? Мне нужно немного подготовить Хайдена к конкурсу. Ладно, наши лошадки будут судьями. Обычно он хорошо выступает на соревнованиях. Посмотри на судей. Тебе нельзя подходить к судьям. Хайден такой непоседа. Судей трогать нельзя. Это не лошади. А Мэврик еще совсем малыш. Хочу на улицу. Пойдем. Сделаем это еще разок, и потом пойдем гулять. Он такой непослушный, никогда не знает, что он выкинет на сцене. Давай сначала еще разок. Ему всего 23 месяца, но я все больше в него верю. С каждым днем, все больше. Теперь воздушный поцелуй? Нет. Пошли воздушный поцелуй лошадкам. Он всегда что-то вытворяет. Хорошо, нет так нет. А теперь скажи, вы лучшие. Вы лучшие. Отлично. Так и скажем, судим, вы лучшие. Однажды судья нам так приветливо улыбалась, что я сказала, вы лучшие. Мои малыши подхватили это. Я не считаю, что я просто мама звезды, нет? И стараюсь развивать их во всех направлениях. Скажи «до свидания». До свидания. И еще разок «молодец». Да, готова к макияжу? Дай мне посмотреть. Ну, дай. Боже мой, говорит парик, искусственный загар. Это слишком. Нормально? Нет, больно. Как отец, я считаю, что она может выиграть конкурс и без всего этого. Посмотри на меня. Но жена говорит, что нам придется все это надевать. Раз так, значит, необходимо. Она будет королевой бензоколонки, будь умницей. Я хочу выиграть деньги, а не какие-то там титулы. Выигрывать всегда приятно. Хочется получать призы и еще и еще. Давай, Фейт, тебе пора спать, тебе нужен отдых. Пример вот это. Это верх, это низ. Я сказал себе, что делать этого не буду. Все повторяется. Фотографироваться для них не проблема. Кэмпбелл, Техас, 3 дня до соревнований. Мы как-то принимали участие сразу в 2 видах конкурса. На этот раз мы выбрали только один. Столько всего надо подготовить. Надо убедиться, что одежда хорошего качества, что снимки сделаны удачно. Думаю, что судьи будут прежде всего обращать внимание на лицо, поэтому выберем фото, где глаза получились наиболее выразительными. Взгляд должен быть прямо в камеру. Фото — важный элемент конкурса. Плохая фотография — приз не получить. Что скажешь? Может, это? Выберем эту, она для портфолио. Да. Я даже завела страницу в интернете, посвященную Фейт, чтобы вся семья видела ее победы. Но со временем эта страница стала использоваться не только в личных целях. Сюда мы помещаем фото для дальнейшей карьеры. Есть даже специальный раздел, где люди могут оставлять свои комментарии. Были даже какие-то негативные отклики от людей, которых мы даже не знаем. Это очень приятно. На самом деле. Но с этим ничего не поделаешь. That kind of stuff hurts, you know, it really does, but it's just something that comes along with the territory. Mm.
Sure. Давай помоем. Хочешь включить воду? Preparing Подготовка к конкурсу отнимает все свободное время. Лишь они как настоящие. Кэролин мне во всем помогает, сейчас она стирает парик. Нужен лак? Они настоящие, да. Если бы волосы были искусственными, мы не смогли бы их вытянуть. Они бы просто сгорели. Дел у нас много, но все это в радость. Кэролин, пришли твои зубки. Давайте на них посмотрим, что там с ними. Недавно я заказала искусственные зубы для Кэролин. Примерь. Это верхняя, это нижняя. Те, что большие, верхние. С каких начнешь? 6 месяцев назад я сказала себе, что с меня достаточно всего этого. И вот опять. Дай посмотрю. Думаю, не стоит их пока надевать. Тебе удобно? Еще не надела сейчас. Так, мисс Независимость. Кругом будут софиты, а в свете вспышек и софитов твоя улыбка будет казаться неотразимой. Они сделают ее незабываемой. Как я выгляжу? Выглядишь превосходно, Кэролин. С этими зубами я себя чувствую принцессой. Такие они красивые. Так и хочется улыбаться. Ты такой большой мальчик, посмотри сюда. Ты такой молодец. Только что мы закончили фотосъемку Хайдена для рекламы. Хорошая работа. Я думаю, эти соревнования будут отличным стартом для Хайдена. Улыбочку. Сэр. Посмотри на Стефани. Последние 3 года мы работаем со Стефани. Мы фотографируемся каждый месяц. Я делаю фото для ребят с 3-недельного возраста. Мы фотографируемся раз или 2 месяца. Фотографировать детей нелегко. Нужно иметь много терпения. Эйден, не трогай его, хорошо? Их не так-то просто заставить делать то, что тебе надо, а не ждеть. Стефани хорошо ладит с детьми. Хайден, будь внимателен. Мэверик, встань сюда, он пусть сядет. И фотосессия не изнуряет детей. Да? Не идет галстук? Мама, что, хватит. Все. Хватит. Сегодня мы попробуем кое-что новенькое. Мы сделаем искусственный загар с помощью лосьона. Кожа будет казаться ровной, загорелой. Кэролин будет просто неотразима. Мы очень волнуемся. Привет, Кэролин. Я Кэндис, рада тебя видеть. Готова получить загар? Мы сделаем так, что загар будет казаться естественным. Главное, не перебрать. Я хочу, чтобы ты встала ровно, расставь ноги пошире и... Стой, не двигайся. Хорошо? А теперь положи руки на бедра, как будто ты фотографируешься. Я делаю эту процедуру уже 6 лет. Но сегодня впервые за все годы у меня столь юная клиентка. Хорошо, готова? Закрой глаза. Закрой глаза, хорошо, лоб, глазки. Подержи немного руки на весу и не прикасайся пока к своему телу, ладно? Когда я загораю, кожа становится коричневого оттенка. Сейчас я еще раз обработаю твое лицо. И на этом закончим. Тебе придется еще немного потерпеть. Расслабься, не надо так крепко сжимать глазки, не зажмуривайся, не переживай. Мы закончим загаром, и все будет отлично. Если посмотреть на кожу, то она кажется еще более гладкой и красивой. А теперь ты можешь открыть глазки. Посмотри на меня, хочешь поиграть? Да? Тогда успокойся, посмотри на меня. Фейт? Что? Прекрати, что? Пора потренироваться немного. И хотя Фейт не раз участвовала в подобных конкурсах, ей надо много тренироваться. Следующий будет выступать Фейт. Прекрати дурачиться. Она еще маленькая. Если она не будет повторять движения, она все забудет. Поэтому учи движения надо каждый день. Ручки красиво? Здорово. Фейт, улыбочку.
Поворот. Нет, нога должна оставаться впереди, Фэй. Впереди. Нам надо много тренироваться, нельзя лениться. Смотри вперед. Плечи должны идти вперед. И не забывай улыбаться. Где? Хорошо. Где судьи? Работай на суде. Где твой судья? Тебе нужна победа? Да. Тогда покажи мне, как надо выиграть. Нет, сделай так, как ты бы сделал это на сцене. Не хочу, давай еще разок. Предугадать невозможно, она может на сцене сделать что угодно. Посмотри на меня, сфокусируйся. Поехали. Так, как надо, молодчинка. Эй, пять. Техасская аллея славы. Конкурсный день. В этом конкурсе принимает участие около 40 претендентов. Будет несколько номинаций. Лучший костюм, самый талантливый, выбор зрителей. Стремление к победе есть у всех. Приз стоит того, чтобы его выиграть. Я хочу получить $1000, став лучшей из лучших. Давайте, ребята, идем. Мамочка, идем. Привет. Нужно взять все наши вещи, все чемоданы. Кто понесет наших судей? Я взяла сегодня утром эти игрушки, чтобы они выступали как судьи. Кто понесет белую лошадку? Возьмите ее. Нам придется весь день с ней работать. Мама! Все, хватит. Все, пойдем. Все утро было какое-то сумасшедшее. Хейден полубольной, правда, с Мэвриком проблем почти не было, у него отличное настроение. Нужно понять, где проходит регистрация участников. Это для нас новый этап, но уверена, что мы справимся. Ребята всегда побеждают, и хотя вероятность 50-50, все-таки уверена в победе. Готовы? Да. Я сама сделала Фейт прическу и макияж. Мне нравится это делать самой, так как я точно знаю, что идет моей дочери. Готова красить глаза? Мне нравится все делать самой, не зажмуривайся, а то будут морщинки. Я точно знаю, как она будет выглядеть на сцене. А когда это делает кто-то другой, не всегда можно получить желаемый результат. Не трогай, еще не все. Терлин Эшбергер, 4 года участница конкурса. Макияж и прическа важны в этом конкурсе, это необходимость. Этим должны заниматься профессионалы. В жизни каждый должен делать свое дело. Сам ты не сможешь сделать на 100% хорошо. Мы впервые попробовали искусственный загар. Не нужен экспериментов с лицом. Мы побрызгали на лицо, но больше этого делать не будем. Визажисту пришлось изрядно потрудиться. Обычно лицо не покрывает искусственным загаром, потому что это бывает опасно. Дети любят трогать лицо, любят чесать его, а потом остаются следы от прикосновений, поэтому на лицо не наносят крем. Тебе сказали не трогать ни лицо, ни глаза, но 6 часов такое выдержать сложно. Да? Так что вопросов нет. Нужно прицепить шиньон. Я не очень густые волосы, как у старушки. Я знаю, что нашей прямой конкуренткой будет Фэй, так что придется нам потрудиться. Терлин недавно стала выступать на конкурсах, но у нее, тем не менее, много опыта. Ее мама много с ней занимается, так что результат налицо. Не надо наносить мне это на лицо. Не надо. Не могу в это поверить. Фэй стала самостоятельной. Посмотрим, что же будет дальше. Все, слезай. Мэйв, нет. Пожалуйста, Хайден, давай, сиди ровно. Давай наденем вот это. Я сам могу. Хорошо, тогда надевай сам. Когда им исполняется 3 года, они становятся такими самостоятельными, хотят делать все сами. Волосы им уложить невообразимо трудно.
It's usually a moving target when we try to do the gel in the hair. Все становится очень сложно. Что с тобой такое творится? Знаю, что тебе не нравится, но тебе придется потерпеть. Я знаю, знаю, но мне надо уложить волосы. Не мешай. Вот и все. Вперед. Отлично. Когда конкурсант побеждает, его самооценка сильно растет. Они начинают гордиться своей победой, собой в частности. Я видел здесь многих девочек, которые раньше участвовали в конкурсе. Много новичков. Посмотрим, что будет происходить в процессе отбора. Мэврик ужасно выступил. Терлин! Не волнуйся! Начнем наш конкурс с показа одежды. Мне нравится проводить такие показы, в них чувствуется соревновательный дух. Судьи очень профессиональны, они точно знают, что им нужно. Это наш первый опыт. Участие. Я хочу увидеть ребенка, который был бы еще не испорчен всякими взрослыми нарядами. Ребята не проявляют активного участия в таких конкурсах. Они вряд ли будут загорать, уж, конечно, не станут делать макияж и прически. Мэверик Хьюкс, 2 года участник конкурса. Я очень нервничаю, я стараюсь этого не показывать, потому что мое волнение передается детям, и я должна быть веселой и спокойной. Участник конкурса под номером 1 — Коди Алан Клей. Конкурс красоты мальчики в возрасте до 23 месяцев. Это был участник конкурса под номером 1 — Коди Алан Клей. Приветствуем участника под номером 2, Мэверик Хьюкс. Думаю, победа достанется моим мальчикам. Они такие очаровательные. Им нравится конкурс, они не плачут на сцене. Давай, вставай. Вставай сюда. Поцелуй. Поздоровайся. Участник конкурса под номером 2. Обращайся со всеми. Мэверик Хьюкс. Мэверик ужасно выступил. Он не делал того, что делает обычно. Мы действительно неудачно выступили сегодня. Вся надежда на Хайдена. Мне приятно наблюдать за ним, когда он выступает на сцене. Никакого баловства. Думаю, он выдержит. Конкурс красоты. Мальчики в возрасте от 2 до 4 лет. Ты сделаешь это для меня, да? Не хулигай на сцене, хорошо? Хорошо. Давай, выходи. Сделай все как надо. Давай. Поприветствуем участника под номером 4, Хайдена Хьюкса. Хорошо, встань сюда. Теперь туда. Повернись. Встань как надо. Руки на бедра. Улыбайся. Отлично. Пошли в воздушный поцелуй. Развернись. Подойди ближе. Кое-что забыл. Подойди сюда. Положи руки на бедра. Супер. Мы только что выступили. У Хайдена все получилось. Он сделал все, как я хотела. Получилось очень здорово. Давай, вставай. Вставай, покажи себя. Хотелось бы попросить всех конкурсанток в возрасте от 4 до 5 лет встать в одну линию. Встречаем конкурсантку номер 26, Алексис. Конкурс красоты. Возраст участников от 4 до 5 лет. С
Встречаем конкурсантку номер 29, Эшли. Эшли. Кэролин абсолютно спокойна. Она получает от этого удовольствие, просто выходит на сцену и радуется. Встречаем конкурсантку номер 25, Тэролин. Я уверена, что она отлично выступит и не будет волноваться. Давай, Тэролин! Когда мы стали участвовать в конкурсах, я немного переживала за нее. Она еще такая маленькая и неопытная. Ей приходится выступать наравне с теми, кто соревнуется с пеленок. Отлично. Но по мере нашего участия ребенок втягивается во все это. Становится самостоятельной. Конкурсантка номер 25, Тэролин. Да, молодчинка. Хорошо. Думаю, Фейт есть все шансы на победу. Хочешь быть самой лучшей? Попробуй. Три. Хочу получить деньги. Где они? Досчитай до трех. Где деньги? Деньги в суде. Думаю, она выиграет сегодня этот конкурс. Встречаем конкурсантку номер 28. Фейт. Конкурсантка номер 28, Фейт. Супер. Умничка. Дай 5. Сцена оказалась очень маленькой, и некоторые движения были смазаны, потому что все шаги были отработаны дома, где пространство больше. Она, правда, забыла про поцелуй для супер. В целом, я довольна, но она могла бы сделать лучше. Надеюсь, что остальные этапы пройдут без ошибок. У нас будет небольшой перерыв, а потом будет конкурс симпатии. Нам нужно немного отдохнуть, времени у нас немного. Так, кидай шляпу, пошли воздушные поцелуи. Поцелуи. В это время ребенок обычно спит. Скажи, вы лучшие. Лучшие. Отлично. Это очень серьезный конкурс, поэтому все взбудоражены немного. Я немного расстроилась, но ничего страшного. Пошли воздушный поцелуй. Вставай. Ты меня слышишь, Фейт? Тебе надо нанести макияж, ладно? Ковбойская одежда — следующий этап ее презентации после конкурса красоты. Итак, сейчас твоя самая нелюбимая часть. Мне придется вставить волосы в шпильки. Повернись, пожалуйста, прекрати теребить костюм. Хорошо? Ты порвешь его. Я немного нервничаю, потому что в ее презентации будет два новых элемента. Если она выполнит все без ошибок, тогда можно будет расслабиться. Хотелось бы увидеть личность ребенка за всеми его нарядами. Думаю, дети нам сейчас именно это и продемонстрируют. Выбор симпатии. Ограничений по возрасту нет. Спасибо, Кейтлин. Ты знаешь, ты все выучила. Держись молодцом, расслабься, получай удовольствие. Встречаем конкурсантку под номером 25, Тэролин Эшбергер. Давай, удиви всех. Конкурсантка номер 25, Тэролин Эшбергер. Давай, Тэролин. Поворот. Тэролин, Тэролин. Сюда, продолжай, продолжай, извините, подожди. Продолжай. Все нормально, все нормально, не переживай. Все хорошо, ты можешь продолжить, как ни в чем не бывало. Давай. Хватит, прекрати плакать. Отдохни чуть-чуть, извини. Все нормально, все нормально. Все хорошо, все в порядке. Все нормально. Все нормально, вперед. Поразительно, она вернулась на сцену и продолжила выступление. Участница под номером 25, Тэролин.
Когда я увидела, что Терлин растерялась, я поняла, что она забыла следующее движение. Она думала, что надо делать одно, и стала делать это движение, но потом поняла, что ошиблась. Я очень перепугалась, она никогда до этого не плакала, такое случается впервые, но она во второй раз вышла на сцену и выполнила все блестяще. Умница! Спасибо, юная леди. Когда ребенок забывает движение, это вполне нормально. Но если у него находится сила, чтобы еще раз собраться и выступить перед судьями, они настоящие молодцы. Первый раз не считается, главное, как они выступят во второй раз. Ты просто запуталась. Я немного расстроилась. В следующем конкурсе я выступлю еще лучше. Встречаем конкурсантку номер 28, Фейт. Фейт все отлично помнит. Она много репетировала, она единственная конкурсантка, которой мама ничего не подсказывает. Она все движения помнит сама. Я только показываю ей, что надо улыбаться. Но она на меня практически не смотрит. Она сказала, что все помнит сама. Спасибо, Фейт. Ты просто умница у нас. Выбор симпатии. Мальчики всех возрастных групп. Участник конкурса номер 2 — Мэврик Хьюкс. Покажи им. Поцелуй, скажи пока. Все, пока. Мэврик отлично выступил сегодня. Надеюсь, что он выиграет этот конкурс. Участник конкурса под номером 3 — Тейлор Ривз. Участник конкурса номер 4 — Хайден Хьюкс. Давай, Хайден. Вставай, хорошо. Руки на бедра. Улыбайся, улыбайся, улыбайся. Скажи лучше. Вот так. А теперь потанцуем на сцене. Хайден все выполнил на пятерку с плюсом. Просто вжился в музыку. У него отлично получилось на этот раз. В общем, он отлично выступил. Это самый сложный этап наших соревнований, конкурс талантов. Никогда не знаешь, что увидишь. Иди сюда, надо кое-что доделать. Мне так не нравится это делать, просто ужасно. Участница конкурса номер 25, Каролин. Давай. Мы разучили эти движения на прошлой неделе. Потряси. Мне нравится, как она это сделала, и я думаю, что она очень быстро прогрессирует. У нее отлично получается. Она делает очень сложные элементы, и я настраиваю ее на это. Ты вкладываешь себя в ребенка. Этим я и занимаюсь. Молодец, отлично, Таралин, ты прекрасно выступила. Что ты сама думаешь? Здорово. Да, здорово. Ну вот и славно. Участница конкурса под номером 28, Фейт Свит.
Когда вижу Фейт на сцене, не могу не улыбаться. Я так рад ее видеть. Она вся светится изнутри во время выступления. Я не могу сразу определить победителя на этом этапе. В этот раз все неоднозначно и будет зависеть от мнения судей. Многие выступили отлично. Пора поаплодировать всем участницам сегодняшнего конкурса. Все они проделали большую работу, а сейчас будет небольшой перерыв. Награждение состоится в 2:30. И лучшая из лучших признана... Я так волнуюсь. В некоторых случаях сразу видно победителя, но на этот раз в конкурсе участвуют сразу несколько девочек, которые достойны короны победительницы. Они все разные и очень талантливые. Всем привет. Да, привет, как вы думаете... Кому достанется главный приз? Отлично. Ты уверена в своей победе? Макияж и $1000. Все хотят получить титул лучшей из лучших. Это очень весомый титул. К тому же победитель унесет с собой $1000. Думаю, все этого хотят. Думаю, нам пора уже приступать к награждению. Итак, номинация «Мальчики до 23 месяцев». В каждой возрастной группе будет свой победитель, а также один главный призер. И, конечно же, мы вручим главный приз $1000, корону и титул «Лучший из лучших». Приз как победителю в номинации «Звезда Техаскаля и слава» достается... Мэверику, конкурсанту под номером 2. И король «Аллеи славы», конкурсант номер 1, Коди. Мэверик неудачно выступил на этот раз. На него это совсем не похоже. Ему уже 23 месяца. А я каждый раз переживаю, что он выкинет на этот раз. Сегодня просто не его день. На сцену приглашаются мальчики в возрасте от 2 до 4 лет. Королем Техасской аллеи славы признан номер 3. Тейлор. Есть два конкурсанта в этой подгруппе, из которых нам очень сложно выбрать. Мы позовем их еще раз на сцену. Это участник под номером 5, Броди. И под номером 4, Хайден. Я переживала, что дошли уже до самого конца, нам не досталось пока ни одного титула, но что-то подсказывало мне, что на этом ничего не закончится. Добро пожаловать на сцену, девочки в возрасте от 4 до 5 лет, 25-26. Награждение — самый волнующий этап соревнований, ты ждешь, а сама вся как на иголках. Королевой красоты признана участница номер 25. Тера Лин. А выбор симпатии пал на участницу под номером 28. Фейт. Победительница в конкурсе талантов — участница номер 28. Фейт. Приз за лучшее фото — номер 25. Тера Лин. Есть две финалистки, которых мы хотели бы снова увидеть на сцене. Номер 25 — Тера Лин, и номер 28 — Фейт. Прошел первый этап награждения, Фейт попала в число призеров. Она завоевала 3 приза из общего количества, и я за нее рада. Они уже признали ее талант, осталось получить заветный титул. Надо только немного подождать. Ты, Тера Лин, в числе лучших, ты уже победительница, надо только набраться терпения. Держи кулачки. Приглашаю на сцену участниц под номерами 5, 25, 37, 28, 17, 4 и 14. Я так волнуюсь.
Все ждут главного, кто же станет лучше из лучших, кто получит $1000 наличными. Я сама очень волнуюсь. Самый красивый признанный участница номер 14. Джейси Льюис. Самый талантливый признанный Фейт. Номер 28. Вторая корона. Мини-мистером признан участник под номером 2. Хейден. Корона больше похожа на мужскую. Я немного была расстроена, увидев первую корону, она была какой-то девчачьей. Короли носят вот такие короны. Это больше похоже на мужскую. Crowns like this. So I think it looks just like a king's crown. Вам не понравилась корона? Вот это должна вам подойти. Думаю, это лучше. Устроители конкурса поменяли нам одну корону на другую. Думаю, эту корону тоже можно оставить и подарить своей девушке. У тебя уже есть девушка? Тебе нравится эта корона? Она лучше? Да, отлично. Спасибо. А теперь мини-мисс нашего конкурса. Фейт, номер 28. Каролин победит. А это означает, что лучшей из лучших признана... Каролин, конкурсантка под номером 25. Боже мой, я так рада. Когда они назвали имя Каролин, я действительно была удивлена, потому что никогда не можешь на 100% сказать, что хотят видеть судьи. Она просто молодец. Я очень ее горжусь. Она умница, она очень быстро учится. И я уверена, что она будет превосходно танцевать в скором будущем. Отлично! Получается, что дети очень расстраиваются из-за проигрыша. Все хорошо. Я видел, что не все были согласны с решением жюри, но конкурс есть конкурс. Знаете, что я вам скажу? Если ваш ребенок не победил в этот раз, то в следующий раз он обязательно выступит лучше. Мы определили победителя. Ею стала Каролин. Она немного переволновалась, но смогла вернуться на сцену и сделать все так, как надо. Я прекрасно понимаю, как много это ей стоило. Она очень сильная личность. Дай пять. Дай пять. Ты молодчинка. Ты просто умница, ты прекрасно выступила. У тебя так много титулов, посмотри. Не надо плакать, а то тушь потечет. Не плачь. Ты королева. Успокойся. С Каролин сложно соперничать.